Привет, меня зовут Дмитрий. Я работаю в компании Oriflame. Иногда мы слышим: дешевая косметика, сделана из непонятно чего. Смотрите, это Институт исследования кожи в Стокгольме. Наш собственный научно-исследовательский институт. Это научно-исследовательский центр в Дублине. Здесь работает 120 ученых. Они ежегодно отбирают 1600 высококачественных ингредиентов для нашей косметики. Здесь же проводятся тесты – дерматологические, клинические, потребительские – с участием 7000 человек ежегодно. Каждый из этих тестов может длиться до нескольких месяцев на один ингредиент. Неудивительно, что косметика Oriflame получила престижную российскую премию «Товар года» за высокое качество декоративной косметики. Мы также 4 раза получали премию «Бренд года Эфи». Наша косметика производится на собственных заводах в Швеции, России, Индии, Китае и Польше. И система контроля качества построена так, что качество остается одинаковым и неизменным во всех странах. Например, продукты Wellness от Oriflame рекомендованы Национальной ассоциацией диетологов и нутрициологов России. А нашу детскую серию Wellness Kids рекомендуют педиатры. Именно поэтому я уверен в качестве Oriflame, когда даю Wellness Kids детям. И, кстати, за почти 50 лет своей истории компания принципиально никогда не прибегала к тестированию косметики на животных. Так что за этого милого кролика я могу быть спокоен. Присоединяйтесь и вы, и убедитесь, что Oriflame – это качество, которое того стоит.